Молоко теплое, 35 градусов. Добавляем прессованные дрожжи, сахар. Все перемешиваем. Желточек оставляем в тесто. Добавляем одно яйцо и один белок. Рассеянная мука высшего сорта. Добавляем в несколько приемов. Добавляем хорошую щепотку соли. И замешиваем тесто. Вмесили всю муку, 570 грамм муки. Вот сейчас нужно в тесто вмесить понемножку, добавляя размягченное сливочное масло комнатной температуры. Вот так вот понемножку. И его вмешиваем в тесто. Месила тесто в течение 8 минут. Вмесила все масло. Накроем и поставим в теплое место. Прошел час. Вот так хорошо у нас тесто поднялось. Обминаем. Тесто очень мягкое, очень податливое. Оно ни к столу, ни к рукам не прилипает, так что нам мука не нужна. Больше, чем половину теста отрезаем. Большую часть теста раскатываем в круг. Форму застелила бумагой для выпечки и слегка смазала растительным маслом. Диаметр формы 32 сантиметра. Эта форма у меня для пиццы. Смазываю повидлом. Главное, чтобы оно было густое. У меня домашнее яблочное. Сверху пирог можно украсить на ваше усмотрение. Так, я еще добавлю сюда немножко. Раскатаю в круг. Я сегодня решила испытать вот эту форму. Я ее уже давно купила, но еще не испытала. Можно, если у вас формы нет, просто нарезать полосочками тесто и выложить на пирог. Ну что ж, испытаем. Я оставила тесто для украшения, но мне его уже украшать не хочется. Мне понравилось, как он получился. Вот я оставляла на украшение. Я сейчас с этого теста приготовлю булочки с повидлом. Так что можно не оставлять на украшение. Пустить все тесто под основу, а третью часть теста оставить именно вот на такую сеточку. Ну что ж, ставим в теплое место. Накрываем и даем отдохнуть минут 10-15. Накрою и поставлю в теплое место.
Прошло 35 минут. В желток добавила 1 чайную ложку воды. Хорошо перемешала. И смазываем пирог. Ставим пирог в разогретую духовку до 180 градусов на средний уровень. Булочки буду выпекать при 180 градусах. Сейчас достанем пирог с духовки и поставим в духовку булочки. Прошло 40 минут, пирог готов. Я за 15 минут до готовности прикрыла бумагой, чтобы верхушка не подгорела. Булочки готовились 30 минут, достала с духовки и остужаем.